21 миллиард тенге возместили государству участники внешнеэкономической деятельности. Органы прокуратуры по поручению главы государства провели проверки в таможенной сфере. В итоге были выявлены ряд компаний, которые на системной основе занижали стоимость ввозимых в Казахстан товаров. Подробности расскажет Антон Александров. Проверять органы прокуратуры участников внешнеэкономической деятельности стали в соответствии с поручением главы государства. Как выяснилось, компании распределяли между собой регионы, куда будут поставлять определенные виды товаров. Это была одежда, обувь, запчасти, техника, фрукты, овощи. В итоге оказался рынок ввоза товаров из Китая монополизирован, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Для уклонения от оплаты таможенных платежей группа импортеров системно занижали стоимость ввозимых товаров. По представлению Генеральной прокуратуры, Комитетом государственных доходов 10 компаниям доначислено 107 миллиардов тенге. Одновременно начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса. На сегодняшний день принятыми мерами 7 участников внешнеэкономической деятельности возместили в бюджет 21 миллиард тенге. Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний совместно с Министерством финансов. Антон Александров, Николай Шевелев, 5 канал.